вас, мои дорогие подписчики и те, кто случайно нашел мое видео в YouTube. В этом видео я разберу для вас еще одну из мелодий, которые я называю простые. Можно даже сказать, самые простые. Но это не имеет значения, как их назвать. Главное, чтобы они доставили удовольствие вам, чтобы вы, когда играете, чтобы вам было интересно, ну и приятно на слух, чтобы было как-то это слушалось и другим тоже понравилось, и вам. Здесь аккорды будут очень легкие. Здесь эта мелодия рассчитана на тех, кто только еще недавно купил гитару, и вот уж он начинает учиться. Как раз вот именно такая мелодия, она очень подходящая для такого случая, как только человек начинает обучение. Она состоит всего лишь из 4 аккордов, причем аккорды самые простые. Самое большое, что здесь это одновременно нужно будет зажать 2 струны. Я думаю, это не составит сложности. Даже у людей, которые, например, ну, я всегда говорю, что обучение на гитаре не обязательно начинать. Некоторые люди там думают, вот, я там уже довольно-таки взрослый, мне уже поздно начинать. Вот. В данном случае, знаете, речь идет даже не о том, что когда начинать, а речь идет о том, что какого уровня вы хотите достичь. Может быть, вы уже в довольно-таки зрелом возрасте начнете, ну, пускай вы каких-то там высот там паганиневских не достигнете, но нормально играть на гитаре вы можете вполне научиться. Вот, я уже довольно-таки давно занимаюсь педагогической деятельностью, и в моем опыте довольно много случаев, когда люди начинали играть на гитаре в 30 лет, в 40 лет, одна женщина в 50 с лишним. Причем она очень хорошо, вот, сейчас уже поет романсы, аккомпанирует. Если вы не ставите себе целью быть супервиртуозом, значит, всех времен и народов, просто играть, вы можете спокойно это делать, и у вас это получится. Вот. То есть возраст здесь вообще не имеет роли, если вы просто хотите петь песни, либо там какие-то простые мелодии. Так что никого не слушайте, вот, слушайте меня, потому что я говорю вам это не с воздуха, а на своем опыте я знаю, что это все можно достичь. Итак, давайте приступим. Первый аккорд – это 2-я струна на 1-м ладу. И 5-я струна на 3-м ладу. Все. Ну, это такое подобие аккорда С, если вы о нем что-то знаете. То есть вам нужно потратить силы на то, чтобы зажать 2-ю на 1-м ладу, 2-ю струну на 1-м ладу и 5-ю струну на 3-м ладу. Вот такой аккорд будет 1-м. В правой руке вы можете играть любой абсолютно перебор, как я вам сейчас уже показывал. Ну, можете начать с самого простого. Вы можете просто сыграть. Будет 5-я струна большим пальцем, потом 3-я, указательным средним 2-я, безымянным 1-я, можно даже вот на этом остановиться, просто сыграть. И идем дальше. Дальше нужно поменять аккорд. Для этого нам всего лишь нужно убрать 3-й палец, и все. И у нас получается вот такой аккорд, где зажата 2-я струна только на 1-м ладу. Все остальные струны, которые мы будем играть в правой руке, они у нас будут открытыми. Итак, 2-й аккорд – это 2-я струна на 1-м ладу. В правой руке мы сыграем то же самое. 5-я струна, 3-я, 2-я, 1-я. Итак, переходим к 3-му аккорду. Этот аккорд будет самым простым. То есть я вам гарантирую, что проще этого аккорда во всем мире вообще не существует. Почему? Потому что в этом аккорде не нужно зажимать в левой руке вообще ни одной струны. То есть все струны, которые мы будем использовать, они будут открыты. В правой руке мы единственное, только уже в правой руке сыграем не 5-я, 3-я, 2-я, 1-я. А нам нужно будет сыграть 6-я, 3-я, 2-я, 1-я. То есть вместо 5-й струны мы сыграем 6-ю струну. И все. Это был 3-й аккорд. Переходим к 4-му аккорду, тоже очень простой. Мы зажимаем 6-ю струну на 3-м ладу, 3-м пальцем. Все, этого достаточно. Вот это будет 4-й аккорд. В правой руке мы опять так же, как и в 3-м аккорде, сыграем 6-я струна, 3-я, 2-я, 1-я. Итак, давайте повторим все 4 аккорда. 1-й, 2-й, 3-й. Thank you.